деревня Лукулево, компания «Фонет» совместно с администрацией Крамскалинского района проводит первый отборочный тур нашего нового проекта спортивного, семейного «Папа, мама, я, батырская семья». Мы многодетная семья, у нас трое детишек. А какие у нас эмоции? Эмоции хорошие, пока я волнуюсь маленькая. Хочу быть первым. Но я хочу, чтобы всегда мы вместе все выступали, и чтобы все было хорошо, и побеждали. Большое спасибо, что такое вот устраивают почаще, вот, чтобы было побольше таких игр. Очень-очень, как говорится, настроение хорошее. Дома не сидим, а здесь развлекаемся. Здорово, так давно уже не веселились, не бегали, не прыгали. Вообще от души очень хорошо, так понравилось нам. Ну, очень приятно, что пригласили на такое соревнование. Мы уже как бы участвовали не первый раз, мы участвовали уже и в школе, были готовы к такому соревнованию. Очень понравилось. Спасибо большое организаторам этого конкурса. Это азарт, настроение, здоровье и сплоченность семьи. И сказали не сидеть на диване, а лучше... Заниматься спортом. Да. Спортивная игра, она и вызывает кучу эмоций. А когда это происходит еще в семье, это вообще прекрасные и красивые эмоции. Особенно для детей, я считаю, когда его родители вместе с ним сопереживают этот процесс. А мало того, и родители погружаются в свое детство. Потому что мы все играли когда-то в догонялки, вышибалы. И поэтому конкурсы были построены именно на командности. Поэтому цель – это, конечно, объединение. Поэтому, может быть, это даже очень символично, так как этот год у нас объявлен годом семьи, и вот этот проект, он стартовал именно в этом году. Это, я считаю, как-то знаменательно даже. Наша команда «Медведи». Наш девиз: когда мы едим, мы победим. Сегодня в Прибельском мы находимся. Три семьи участницы. Нам очень понравилось это в очередной раз. Провели идеальный вечер пятницы. Еще охота участвовать и участвовать. Спасибо, что пригласили. Здесь, в этом спортзале, занимались волейболом, настольным теннисом, лыжами, хоккеем. Хоккеем по сей день занимаемся с сыном, ездим в Салитамак. Дочка у нас тоже хоккеистка, она тоже любит хоккей. Она с нами присоединяется, с Клюшечкой бегает. В свое время меня папа привел в этот спортзал. Мы проходили мимо и зашли, тут играли волейболисты. И папа по сей день тоже ходит с нами, но сегодня у него не получилось прийти. Вот, а так вот просто завел спортзал, я увидел, мне понравилось, я тоже захотел заниматься спортом. Благодаря таким массовым мероприятиям спорт затягивает детей, и в том числе и взрослых. У нас ожидается еще два отборочных тура в Крамскалинском районе. Завершим мы все это грандиозным финалом. 15 сентября приглашаю всех жителей Крамскалинского района и села Крамскалы в физкультурно-оздоровительный комплекс «Ешлек». Там будет у нас проходить финал между четырьмя сильнейшими семьями. Кроме этого, вокруг этих соревнований еще пройдет настоящий спортивный праздник. Естественно, выберем сильнейшую семью, подарим подарки замечательные от компании «Фонет», от наших партнеров. И еще также мы планируем именно 15 числа начать снимать новое спортивное шоу для городского телеканала ЮТВ, которое также будет называться «Папа, мама, я, батырская семья».